Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі праводзяць патрыятычную акцыю «Мы грамадзяне Беларусі». У гэтым годзе ўрачыстыя мерапрыемствы ўручэння пашпартоў юнакам і дзяўчатам пройдуць па ўсёй краіне з 10 па 15 сакавіка пад слоганам «Разам». Першымі гонар прыняць удзел у знакавай цырымоніі ў Палацы Незалежнасці ў Мінску з удзелам прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі атрымалі 4 прадстаўніка Гродзеншчыны. Те ребята, которые были отобраны для торжественных мероприятий на уровне республики нашей, то это, конечно же, в первую очередь активные лидеры общественных организаций и объединений. Кроме всего, эти ребята – отличники учебы. Показательным является то, что каждый из этих ребят стал победителем либо призером международных различных фестивалей и конкурсов. Ну а это значит, что они уже в 14 лет смогли прославить свою малую родину и вписать в историю международного даже движения то место, где они родились, где они учились, где живут их родители. Усебеларуская патрыятычная акцыя «Мы грамадзяне Беларусі» праводзіцца з 2004 года адмыслова да Дня Канстытуцыі. У яе рамках прадстаўнікі ўлады, члены Савета Рэспублікі і дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу. Дзяржаўныя дзеячы, ганаровыя грамадзяне будуць віншаваць юных беларусаў і ўручаць ім першы галоўны дакумент у іх жыцці – пашпарт. Акцыя стартуе 10 сакавіка і пройдзе ў кожным раёне кожнага рэгіёна. У прынёманні пасля лакальных мерапрыемстваў 13 сакавіка – Абласная філармонія збярэ лепшых падлеткаў на ўрачыстую цырымонію ўручэння пашпартоў грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Як патлумачылі ў абкаме Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, хлопцаў і дзяўчат чакаюць і прыемныя падарункі. Если говорить о мероприятиях в рамках нашей области Гродненской, то все мероприятия пройдут зондированно. Это значит, что каждый район 12 числа у нас официально пройдут в каждом районе мероприятия, где лучшие из лучших ребят на уровне района будут отмечены тем, что получат паспорта от представителей исполнительной власти, законодательной и, наверное, от тех людей, которые прославили свою малую родину. А уже 13 числа областная филармония соберет лучших ребят области нашей для вручения паспортов. И в этом году, наверное, такой новинкой станет то, что Союз молодежи будет обозначен на этом мероприятии своей площадкой, в рамках которой пройдет и вручение молодежного билета самым активным нашим членам нашей организации. Также будут организованы интерактивы, такие, например, как инстабокс, где можно будет сделать селфи для социальных сетей. Мы также покажем фотовыставки историю этой акции, начиная с 2014 года. И лейтмотивом у нас по всем мероприятиям проходит День вышиванки. Также молодежи будет дана такая возможность еще раз изучить символы нашей вышиванки и посмотреть на красоту белорусской национальности.